Всем доброго дня. Это видео – это анонс предстоящего стрима, который пройдет в воскресенье 28 октября 2018 года в 12 часов дня по Москве, на который я вас приглашаю, и который я предлагаю сделать несколько другим, чем прошлый стрим. Прошлый, в принципе, был достаточно удачным, но мне кажется, стрим, который проводится в виде какой-то пресс-конференции, где я просто отвечаю на какие-то вопросы, мне кажется, это не совсем правильно. Мы все-таки с вами вместе создаем этот канал. На условиях все-таки демократичных достаточно, как мне кажется. И слово «демократичное» здесь я использую не в качестве тоталитарного, которое просто называют демократичным каким-то, да? А давайте мы сделаем этот канал таким, который нам всем все-таки интересен и нам всем полезен. И пусть этот канал отвечает вашим запросам, а не моим. С этой точки зрения, я думаю, будет полезно заранее определить целый ряд тем. Я вас призываю, пожалуйста, напишите в комментарии к этому видео, какие темы вам было бы интересно обозначить в будущем стриме. Какие вопросы волнуют лично вас? Или наоборот, какие вопросы существуют, ответ на которые вы хорошо знаете, и этими ответами вот вы бы хотели поделиться с общественностью, да? Давайте сделаем вот так вот. И мы стартуем с этих тем или с этих вопросов, которые вы напишите как раз там внизу в комментариях. А дальше посмотрим, что у нас из этого получится. У нас на канале здесь есть люди достаточно опытные, которые действительно правильно и достаточно квалифицированно могут ответить на целый ряд вопросов, связанных с боевыми практиками. У нас есть целый ряд людей начинающих, но тем не менее тоже имеющих свое мнение и свой взгляд какой-то на вещи. Есть ряд начинающих, которые находятся в поиске и которые задают вопросы не просто потому, чтобы, ну, не просто для того, чтобы задать вопросы, а для того, чтобы действительно правильно выстроить свой путь в боевых практиках. А также есть ряд людей, которые просто хотели бы высказаться на ту или иную тему. Без всяких вопросов, а просто в качестве утверждения в том числе. И мне бы хотелось видеть себя в следующем стриме как связующее звено между вами, что позволит нам еще ближе все-таки познакомиться друг с другом, еще больше сплотиться, еще лучше понимать друг друга, создавая таким образом все-таки, ну, условно такую виртуальную хотя бы общность бойцов. И таким образом, в принципе, я готов просто зачитывать ваше утверждение, задавать этой теме какое-то направление, такое направление или другое, или пятое, или десятое, или перечислить возможные варианты развития вот этой темы. А все остальные, например, смогут как-то присоединиться к этому обсуждению, высказать свою точку зрения. Возможно, это будет более динамично, более живо и так далее. По крайней мере, я очень на это надеюсь. А в паузах каких-то, которые периодически возникают, безусловно, в стриме, ну, я мог бы, например, рассказать о том, как вот в прошлые выходные побывал в одном из торговых городов Турции, в таком городе, в который вы едва ли попадете в качестве туриста, потому что какие-то туристические дестинации в любой стране сильно отличаются от самой этой страны. И когда вы бываете в том или другом месте мира, чаще всего вы вывозите оттуда примерно такое же впечатление, какое вы вывозите из любой другой страны, потому что туристические места устроены примерно одинаково, просто немножко с разным уровнем сервиса, там, например, и так далее. Но саму страну вы не увидите, находясь в туристических зонах. И даже какие-то короткие выезды экскурсионные вам не дают представления о стране в целом. И вот, возможно, вам будет интересно, например, узнать мое мнение о Турции не туристической. Но это просто в качестве такого маленького, короткого дополнения, заполнения пауз каких-то в нашем будущем стриме. Итак, жду ваших вопросов, жду ваших тем в комментариях. И еще раз напомню, в воскресенье 28 октября 2018 года, 12 часов дня по Москве. Итак, счастливо и хороших вам тренировок.